Добрый день. И еще раз про перцы, потому что подходит время, поджимает нас. Уже скоро наступит сезон посева. Сегодня хочу вас познакомить с перцем сладким рубиновый бык от агрофирмы Гавриш. Это новиночка 2021 года, то есть вот он на рынке недавно. Чем же хорош он? Изысканный вкус, ароматные плоды до 320 грамм. То есть такие довольно-таки большие плоды, при этом куст вот средней величины, то есть ну, где-то до метра он может достигать. Выигрышно смотрится по отношению с другими кустами, с другими сортами. Ну, наверное, так как это сорт, он еще большие плоды, наверное, крепкий такой. Конечно же, будет требовать подвязки. Посев производим в феврале, в конце февраля, так как это у нас среднепоздний сорт. Вот. По отзывам действительно приятный, неприхотливый, ароматный. Прочитала, хорошо завязывает плоды, вот поэтому выбрала такой сорт. Еще обратите внимание, что вот в данном пакетике до 2 грамма. Если в 1 грамме содержится примерно вот 15 семян, то тут я вскрыла пакетик, сейчас вам покажу. Тут вот действительно видно, что тут намного больше 15 семян, здесь 25-30. Тоже вот такой бонус нам. Ну, это сорт, это не гибрид. Думаю, что семена будут хорошо всходить. Вот такой сорт себе выбрала. Это тоже как бы крупные плоды. Толстостенные тут 6-8 миллиметров. То есть достаточно хорошо. Так, посев в конце февраля, да, пишут. И высадка в конце мая. Вот, значит, что тут? Первые листья до развилки убираем и подвязываем к опоре. Нельзя с острым перцем высаживать, это мы уже с вами знаем. Вот, и что еще? Тут вот большое количество витамина С, нам пишет агрофирма. Да, за это мы перец и любим. То есть приятно, когда он и вкусный, и плюс еще такой полезный. Вот с таким перчиком сегодня познакомились. Рубиновый бык, агрофирма Гавриш.